Давайте поговорим теперь о практическом применении технологий совмещенных обмоток «Славянка». Первое, о ком я бы хотел вспомнить, это, конечно же, лицензированные обмотчики. Дело в том, что компания АСПП, в рамках которой шла работа над совмещенными обмотками «Славянка» все предыдущие годы до старта проекта двигателя «Дуйнова», вела коммерческую деятельность и уже давно зарабатывает на технологии совмещенных обмоток «Славянка». АСПП подписывает лицензионное соглашение с компаниями и физическими лицами, которые занимаются обслуживанием и ремонтом асинхронных электродвигателей. Такие компании становятся лицензиатами или лицензированными обмотчиками. И они своим клиентам вместо обычного ремонта предлагают модернизировать их двигатели, используя технологию совмещенных обмоток. Конечно, за такую работу они получают деньги. И здесь стоит отметить, что часть денег в виде лицензионных отчислений они передают в компанию АСПП. Почему я сейчас об этом рассказываю? Для нас очень важно, что команда Дмитрия Александровича не только занимается инновациями, но и умеет зарабатывать на своих инновациях. Ведь проект двигателя Дуйнова, который мы делаем сегодня, является коммерческим проектом. В текущем же контексте для нас важно то, что лицензированные обмотчики модернизировали десятки тысяч различных асинхронных электродвигателей по всему миру, ведь на сегодняшний день их насчитывается уже более 100. Они, благодаря своей работе, на практике подтвердили эффективность технологии совмещенных обмоток «Славянка» на всем парке асинхронных электродвигателей. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре «Совэлмаш», проекте двигателей Дуйнова и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.